Грабитель, которого в феврале текущего года детские аниматоры поймали при попытке украсть у девушки мобильный телефон, предстал перед судом. Парень, проявивший активную гражданскую позицию, теперь дает свидетельские показания. Тот день он помнит в деталях. К ней подошли, спросили, что случилось. Она говорит, парень вытащил телефон прямо на перекрестке, побежали за ним. Вот. Он дёрнул от нас так, что мама не орёт, бегает, как саяк. Вот. Добежали мы уже до него, закрутили, заломали, все дела. Вот. Он говорит, я ничего не делал, вот. Ничего у меня нету. По словам парня, в момент задержания грабитель выбросил мобильный телефон, который впоследствии девушка узнала и разблокировала. Подозреваемый эти обстоятельства отрицает. Ты меня догнал, хорошо. Как это было? Ты мне крикнул, молодой человек, подождите секунду. Я повернулся к тебе, сказал, что? Ты догнал, ты не подошел ближе и начал применять физическую силу. Так было? Какой? Догнали тебя, тебя догнал Олег, парень. Догнал он тебя, подбежал ближе. Даже, это был не ты. И только что ты говорил, что ну, прибежали, сейчас заломали, ты выкинул телефон. Подозреваемый вместе со своим адвокатом настояли на том, чтобы на следующем заседании суд заслушал показания второго свидетеля, участвовавшего в задержании, и девушки потерпевшей.